Все у вас возможно, все получится. Здесь есть все условия для того, чтобы скрининг был эффективен. Хирург-онколог Санкт-Петербургской клиники высоких технологий Андрей Павленко знает, о чем говорит. Год назад он сам прошел через все этапы лечения рака. Его историю пересказывала вся страна. Врач вернулся к работе и продолжает спасать жизни. Главное в лечении онкологии – раннее выявление. Поэтому советуют не игнорировать диспансеризацию. И если эти мероприятия будут соблюдаться и не будет население игнорировать все мероприятия, которые необходимо будет делать, то через 5-7 лет мы резко увидим увеличение количества ранних форм, да, у нас будет большинство первой-второй стадии, и еще через 5 лет, то есть в общей сложности через 10 после начала рака, мы увидим улучшение показателей общей выживаемости. Сегодня мастер-класс для онкологов, которые лечат рак кишечника. В Удмуртии ежегодно 700 новых случаев. На 5-м месте женщины, на 4-м – мужчины. Болезнь подступает незаметно. Вот и сегодня на операционном столе необычный пациент. Сегодня пациент, которого мы будем оперировать, это мой отец. Вот. И так случилось, да, что я могу сказать, что я пропустил этот момент, занимаясь тем, что я вам сейчас говорю, а остался сапожником без сапог. Сейчас я знаю, что мне нужно сходить и сделать колоноскопию. Мне и моей сестре. В онкоцентре полгода назад открылось специальное отделение. Врачи внедряют малоинвазивные техники, операцию уже смогли поставить, что называется, на поток, и продолжают учиться и учить, особенно первичное звено, чтобы участковый терапевт не проглядел угрозу. В рамках этого года здоровья будет оснащение прежде всего первичных учреждений. Онкодиспансер он будет оснащаться за счет федеральной программы, а за счет региональной программы будут оснащаться прежде всего районные учреждения. И диагностика будет увеличиваться прежде всего в районных учреждениях. Все терапевты Удмуртии уже прошли обучение по раннему выявлению рака. В год здоровья в республике будут открывать первичные онкологические кабинеты и продолжать практику онкодесанта в глубинку. Марина Баль, Андрей Бусыгин. Новости.